Юные анапчане прислали на конкурс фотографии своих мам. После размещения их на сайте телерадиокомпании «Анапа Регион» началось голосование. Лучшие фото выбирали посетители нашего сайта. На третьем месте Петр Бравко, на втором – Тимофей Зубенко. А абсолютным победителем стала фотография, присланная Иваном Панфиловым. За нее проголосовало 408 посетителей сайта телерадиокомпании «Анапа Регион». Счастливая мама Оксана Панфилова получила диплом от нашей телерадиокомпании и сертификат на отдых в санатории от Управления по делам семьи и детей. Семья Панфиловых сможет отдохнуть в удобное для них время. Большое спасибо телерадиокомпании «Анапа Регион» за подарки, за предоставление возможности участия в таком конкурсе. И всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и удачи!